Приветствую вас на канале Видеоохота. Сегодня вы узнаете о том, что нужно подготовить для пристрелки охотничьего ружья, чтобы проверить боевые показатели своего оружия и определить особенности его боя. Каждое ружье обладает определенным боем, который отличает его от других подобных ружей. Поэтому перед выходом на охоту следует обязательно провести пристрелку по мишени, чтобы понять это. Причиной такого индивидуализма может быть специфичность сверловки стволов, особенности их спайки между собой, наличие определенных дефектов. Кроме этого, есть еще человеческий фактор, когда из одного и того же ружья разные стрелки могут попадать в цель одинаково хорошо, но при этом используя разные техники прицеливания. Вывод напрашивается только один. Ружье перед началом сезона охоты следует обязательно пристрелять. Здесь даже не имеет значения, новое оно у вас или нет. Если планируете использовать новые патроны или проверить качество старых патронов, то тоже нужно сначала пострелять по мишени. Что же нужно приготовить для пристрелки ружья? Если у вас двуствольное ружье, то для каждого ствола следует снарядить или купить по 3-5 патронов, но только с одинаковым номером и навеской дроби, пороха и ПЖ. То есть все патроны должны быть идентичны друг другу. Далее следует приготовить стадольную мишень, по которой будете стрелять. Видео о том, как ее сделать в домашних условиях, вы можете посмотреть на канале по ссылке, которая сейчас появится в правом верхнем углу. Кроме этого, вам необходимо будет сделать какой-нибудь упор для ружья, подставку или готовый станок, когда будете стрелять. Это нужно сделать обязательно, чтобы надежно зафиксировать стволы ружья и не грешить потом на возможные погрешности в прицеливании, когда будете осматривать результаты стрельбы по мишени. Если собираетесь стрелять дробью, то мишень следует устанавливать на расстоянии в 35 метров. Когда речь идет о стрельбе пули, то дистанцию следует увеличить до 50 метров. На этом подготовка заканчивается, и вы можете приступать к пристрелке ружья. С вами был канал Видеоохота. До новых встреч!